Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Павлова. И сегодня я хочу познакомить вас с идеей бизнеса 21 века и рассказать, как эту идею мы успешно воплощаем в нашем онлайн-проекте, в всероссийском онлайн-проекте «Шаг вперед». Приглашаем заинтересованных в создании пассивного дохода в интернет. И сегодня я попытаюсь вам рассказать о том, как выйти на доход 30 тысяч рублей за 3 недели. И не просто 30 тысяч рублей, которые мы можем получить с вами в работе в наемном труде, а речь пойдет о том, как выйти на пассивный доход, именно работая в интернете. Мы приглашаем вас в нетворк-маркетинг «Бизнес 21 века». На сегодня это очень нашумевшее понятие, и сегодня на самом деле об этом говорит весь мир. А что же говорят о маркетинге, о нетворк-маркетинге известные люди мира? Нетворк-маркетинг – или по-другому MLM-система, или сетевой бизнес. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки и бизнесмен, известная личность, один из самых богатых людей Америки и один из самых богатых людей мира. На одной из телепередач его спросили: «А что вы будете делать, если вы разоритесь?» На что Дональд Трамп ответил: «Если бы пришлось все начать сначала, то я снова и снова буду участвовать в сетевом маркетинге». У Дональда Трампа есть своя сетевая компания. В зале рассмеялись, и когда люди успокоились, Дональд Трамп посмотрел в зал и сказал: «Вот поэтому я сижу здесь, а вы там». Билл Гейтс о сетевом маркетинге. В будущем на рынке останется два вида компаний – те, кто в интернете, и те, кто вышел из бизнеса. Не менее известная личность в мире – Роберт Киосаки. Американский предприниматель, инвестор, писатель, преподаватель. Известен по своей книге «Богатый папа, бедный папа». Автор 15 книг, которые разошлись в количестве 26 миллионов экземпляров. Что сказал Роберт Киосаки о сетевом маркетинге? «Идеальный бизнес для всех, кто желает достичь большое благосостояние, работая по своему графику, независимо от образования». В России также есть известные люди, которые тоже говорят о сетевом маркетинге. Ирина Хакамада на одном из семинаров сказала: «Сетевой маркетинг – это бизнес. Ничем не отличается от любого ритейла. Просто привычный ритейл, когда есть начальники, менеджеры, офис-менеджеры, продавцы. Это есть здания, ну, например, Газпром. А нетворк-маркетинг – это бизнес от человека к человеку, где каждый топ-менеджер». Ну и такой человек, как Герман Греф, он управляет Сбербанком России, в одном из выступлений сказал: «В ближайшие годы все будет подвержено оцифровке». И на сегодняшний день, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, уже поезда метро передвигаются без машинистов. Они электронно управляются. То есть все оцифровано. От станции к станции – вагоны передвигаются с людьми самостоятельно. То есть, казалось бы, еще несколько лет назад это просто из области фантастики. Сейчас в некоторых магазинах нет кассиров, есть кассы самообслуживания. И сам Герман Греф говорит о том, что происходит реорганизация банковской системы и как нужно ее преобразовывать. И здесь речь идет еще о чем, что в ближайшее время многие профессии вообще потеряют свою актуальность. В ближайшее время
все будет оцифровано. Так вот, друзья, вы в нужном месте. И главное понять идею и начать быстро действовать. Наш интернет-проект создает интернет-магазины на территории России, СНГ и стран мира. Нашим партнером на сегодняшний день является компания Oriflame. Это очень серьезный партнер. Это целый концерн. Это мировой лидер сегодня. Мировой лидер. Вы можете думать все, что угодно про Oriflame. Могу вам сказать, что все те методы, которые были ранее, сегодня это уже другой способ работы, потому что мы в 21 веке, и компания идет в ногу со временем. Oriflame сегодня – это 50 лет присутствия в 67 странах мира. 1,5 миллиарда евро товарооборот компании. Акции компании котируются на лондонской бирже. Компания имеет свой научно-технический центр, в котором более 100 ученых. 5 собственных заводов. Обратите внимание, собственных заводов. То есть компания нам гарантирует 100% качество продукта, который она предлагает. Продукты повседневного и естественного спроса. Ключевые слова повседневного и естественного. Это те продукты, которые имеют такое свойство, как заканчиваться, продукты возобновляемого спроса. И это очень важно. Предложение нашего бизнеса, идея простая. Люди мылись, люди моются, и люди будут мыться всегда. И если этот процесс нельзя остановить, мы предлагаем его возглавить. 90% покупок в мире совершаются по рекомендации. И это известно, особенно тем, кто занимается продажами. Один человек никогда не купит себе столько, сколько тысяча человек. И зачем одному человеку 1000 гелей для душа или шампуни? А 1000 человек не купит столько, сколько 10 тысяч человек. И это тоже понятно. Идея понятна? Идея простая, да, бизнес-рекомендации. Бизнес 21 века, об этом говорят известные люди мира. Да, конечно, это бизнес 21 века. Надежный партнер? Конечно, да. 50 лет в мире и 20 лет в России. Деньги нужны? Деньги нужны всем. Я думаю, что вы все ответите «да». Вам деньги нужны? Да. Тогда приступаем к делу. Замените привычку делать покупки просто в магазине на привычку покупать в своем интернет-магазине. Мы не увели... Что нужно делать? Принять решение и открыть свой интернет-магазин. Показать покупателю выгоду от смены магазина. Заметьте, что мы не увеличиваем расходы, мы просто меняем магазин. Мы учим организовывать переход покупателей, подключив их к своей сети. Учим пользоваться дисконтной картой и делать покупки со скидкой 20% сразу после размещения первого заказа. Вы входите в проект, вы входите в системный бизнес, где вы будете создавать с помощью нашей команды интернет-магазины по стране, России, СНГ и миру. Для того, чтобы выйти на доход 30 тысяч рублей за 3 недели, что нужно делать? Обеспечить компании товарооборот 7500 баллов бонусов. Это примерно 250 тысяч рублей. Как это сделать? Друзья, сделайте покупку на 150 баллов бонусов. В деньгах это примерно 5000-5500 рублей.
Сделайте покупку для себя любимых, для своей семьи, для своих близких, детей, мужа и так далее. 7500 баллов бонусов разделить на 150, получается 50 человек. Вы скажете, где же найти столько человек? На самом деле все очень просто. Первая неделя. Вы совершаете покупку в своем интернет-магазине на 150 баллов бонуса. Если возникают сложности, то нашей поддержкой в нашем проекте мы вас научим, покажем и расскажем, как выйти на ЛТО 150 баллов. Такая аббревиатура ЛТО обозначает личный товарооборот. Вы делаете закупку на 150 баллов бонуса. Еще раз повторяю, для себя, для своей семьи. Все, что вам необходимо, это продукты повседневного необходимого спроса для каждого человека. Такой вопрос. Если в вашем окружении 3 человека, это могут быть ваши близкие, родственники, а могут быть и просто знакомые люди, те, которые к вам не ходят в гости, но вы с ними учились, работали, отдыхали, гуляли где-то на свадьбах. Наверняка в вашем окружении есть 3 человека, которым нужны деньги, и которые хотят зарабатывать, и которые готовы действовать. Так вот, вы приглашаете 3 человек, которым нужны деньги, сделать так же, как вы это сделали, закупку на 150 баллов бонуса, ЛТО личный, и ваш суммарный товарооборот получается 600 баллов бонусов, это 6%. По лестнице успеха Арифлейм, это примерно, если переводить на деньги, это примерно 1500 рублей. Но я сразу хочу сказать, что это только начало. Вторая неделя. Вы уже сделали свою покупку в своем интернет-магазине на 150 баллов бонуса. Теперь вы обучаете тех троих, которых вы пригласили, пригласить своих троих. Тех, кто сделает ЛТО, личный товарооборот, так же, как и вы, и те 3 человека, которых вы пригласили, точно так же сделать ЛТО на 150 баллов бонуса. Групповой товарооборот получается 1950 баллов бонуса по лестнице успеха компании Арифлейм, это 12%. Если перевести на деньги, то ваш доход на этом уровне составит примерно от 7 до 10 тысяч рублей. Общая картинка. Первая неделя 3 человека, вторая неделя 9 человек, третья неделя 27 человек. Итого 3 плюс 9 плюс 27 плюс вы 40 человек. Плюс еще 10 и вот ваши 50 человек. 7500 баллов разделить на 50 человек, получается 150 баллов бонусов. Сделают каждый, и у вас доход 30 тысяч рублей. Вы мне скажете, ой, у людей нет денег, в стране кризис, никто не купит на такую сумму. Но момент какой далее? Вы пришли на серьезный доход, друзья, вы пришли в бизнес. И в бизнесе есть такое понятие, как личный товарооборот. Организация личного товарооборота и организация группового товарооборота. Если вы хотите здесь быть как потребитель, вы можете, конечно, делать заказы на любые суммы, это ваше дело. Но если вы пришли зарабатывать деньги, то, конечно, будьте добры организовать ЛТО, личный товарооборот, 150 баллов. И я повторяю еще раз, что мы научим вас это делать. Подведем итог. Вы готовы купить себе или вашим друзьям и близким продуктов на 150 баллов бонусов в каталог, чтобы ваш доход был 30 тысяч рублей в месяц?
У вас есть три родственника или три друга, которым нужны деньги, и они тоже купят продуктов для себя и близких на 150 баллов бонусов. Я думаю, что вы ответите «да». Ну, тогда регистрируемся, и заполняем форму и начинаем действовать. Посмотрите каталог и совершите покупку на 150 баллов бонусов. Оплатите заказ, потому что это ваш заказ. Дайте это видео своим друзьям и регистрируйте их в свою команду. Вы будете делать с помощью этого своего партнера или по-другому информационного спонсора, который вас пригласил, с помощью тех вебинаров, которые проходят у нас в команде, в нашем онлайн-проекте «Шаг вперед», с мощной поддержкой, и наверняка у вас все получится. Как мы говорим, если есть цель, есть мощный двигатель, ваша какая-то мечта, то это несомненно все получится. И эти люди, которых вы пригласили, они повторят ваши действия. Мы всему научим. Мы все расскажем и покажем, как это делается. Друзья мои, цель достигнута. Впереди у вас огромная карьерная лестница, и вы выбираете тот доход, который вам нравится и который поможет вам воплотить ваши мечты. И это карьерная лестница в компании Oriflame. Границ у этой лестницы нет. Это очень на самом деле заманчивое предложение сегодня на рынке. Пути вы получите за звание директор единовременную выплату в 1000 долларов, за звание старший директор 1500 долларов, за звание золотой директор 2000 долларов. Итого 4500 долларов умножьте на курс Центробанка, и каждый каталог 17 раз в год вы будете получать пассивный доход от 30 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Я думаю, что включая премии, доходы, для вас наверняка эти цифры окажутся очень интересными и привлекательными. А также вы получаете на два лица в подарок банкет директоров в Москве. Каждый год в июне месяце в Москве проходит банкет директоров, куда приглашаются самые успешные лидеры компании Oriflame. А также путешествие на золотую конференцию. Золотые конференции в компании Oriflame проходят за границей, каждый год, начиная с уровня золотой директор. И я еще хочу сказать дальше, что это, еще раз повторится, что это только начало. Кроме этого, начиная с уровня директора, директор, старший директор, золотой директор, далее старший золотой директор, еще скажу о премиях, 3000 долларов единовременная выплата и от 100 тысяч до 150 доход в месяц. Конференция, золотая конференция на двоих. 4000 долларов единовременная выплата, это сапфировый директор, и 150-200 тысяч доход в месяц. 6000 долларов единовременная выплата за звание бриллиантовый директор и 250-300 тысяч доход в месяц. Автомобиль Volvo. Подарок. Я чуть позже об этом дальше скажу. С уровня директор, если вы успешный, быстрорастущий лидер, вы участвуете в программе «Мой автомобиль». Вы получаете дополнительный бонус, если вы быстро растете успешно, на оплату автомобиля, который вы берете в салоне, и затем за этими бонусами вы оплачиваете стоимость автомобиля. Если вам не нужен автомобиль, вы получаете деньги и тратите их на свои нужды. Достигнув звания бриллиантовый директор, то же самое программа «Мой автомобиль». Это уже автомобили премиум-класса Volvo, Lexus, BMW, Audi и Volkswagen. Эта программа действует для также быстрорастущих, успешных лидеров. Для лидеров бриллиантовой команды Volvo S60, для лидеров исполнительной команды Volvo S90.
Друзья, я хочу сказать о том, что все, что я вам рассказала, будете вы это делать, интересно вам это предложение или нет, это на самом деле ваш выбор. Зарабатывать такие деньги или не зарабатывать, это ваш выбор. Учиться этому или нет, это ваш выбор. Путешествовать по миру или нет, это тоже ваш выбор. Что здесь нужно понимать, что система, которая работает 50 лет и очень успешно работает. И многие, кто присоединился и стал партнером компании Oriflame, тысячи и тысячи людей, сотрудничая с компанией, получают очень крутые результаты и путешествуют по миру, и получают автомобили в подарок. Это независимые свободные предприниматели, которые обеспечивают себе пассивный доход. И еще хочу сказать, что все, что вы заработаете, наш бизнес компания Oriflame передается по наследству. Будете вы в нашей системе, будете вы в нашем онлайн-проекте «Шаг вперед», это тоже все ваше решение. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам. Если наше предложение вас заинтересует, я еще раз повторяю, что наше сопровождение и наша поддержка в команде каждому, кто пожелает присоединиться к нашему онлайн-проекту. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что эта информация вас заинтересовала. И если вам это показалось предложение на самом деле интересным, обратитесь к тому человеку, который вам дал это видео. И надеюсь, что мы будем партнеры и активно сотрудничать и с вами вместе продвигаться по лестнице успеха и достигать своих целей и результатов. Всего доброго!